Справедливо утверждение, что верующий человек никогда не одинок, так как Господь всегда с ним, всегда помогает ему, всегда сопровождает его. Есть даже такой ролик в Ютубе, очевидно, от протестантов, очень красивый, где актер в роли Иисуса бегает вместе со спортсменами, присутствует за семейным столом, гуляет с ребенком, как бы видимый только зрителем. Это справедливое утверждение, но это не отменяет самого ощущения одиночества. Понимаете, это разные вещи. Быть одиноким и ощущать себя одиноким. Да, мы не одиноки, Господь с нами всегда. Но это не значит, что мы всегда ощущаем Его присутствие в нашей жизни, всегда ощущаем, что вот Он здесь. И Христос, Он на крест, когда Его вознесли, прибили Его, пригвоздили, Он сказал: Боже мой, почему Ты меня оставил? Вот это состояние Бога оставленности, и Христос переживал. Так что и мы в какой-то момент остро чувствуем, что мы оставлены Богом, что мы одиноки. Но на самом деле, конечно, Господь все равно с нами. Понимаете, здесь вот вещи разные. Кстати, вот эти мне вот эти протестантские вот эти вот ролики, где вот Иисус бегает вместе со спортсменами, присутствует за семейным столом, гуляет с ребенком там и так далее. Вот это мне все не нравится. Это все какое-то вот, ну, какое-то пластмассовое. Мне, не по душе мне все это. Я, правда, не смотрел его, но такого плана ролики я видел. Мне это не нравится.